Всем привет на канале Мосолим. Сегодня в работе у нас Шкода Нити. Автомобиль на шумоизоляции 4 дверей. Двери разобрали, подготовили поверхность, обезжирили. Вот так выглядит у нас штатная шумоизоляция в дверях. Такой вот кусочек ливра. Достаточно неплохой. Бывает, честно говоря, и хуже, но тем не менее. Двери все равно шумные в данном автомобиле и нуждаются в дополнительной шумоизоляции. Вот передние двери практически отсутствуют вибро. На небольшом прямоугольнику в одной секции. И на этой. Сейчас все проклеим, будет все комфортно.